Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя безумные мутанты. Так, ну что, для начала заберем свои награды. Поднять уровень героя, это мы сделали. Дальше давай перейдем сюда. Смогу я прокачать Крэнгу? Да, смогу. 173 уровень у него, это хорошо. Так, здесь заберем награды. Даже вот так. Этапы. Маловато, маловато будет, конечно, призов. Но на халяву и за это, как говорится, спасибо. Так, сезон 8. Что у нас тут выполнено? И все? Получить все. Так, замечательно. Теперь. Так, в приключения заберем тоже награды. Зайдем в меню, посмотрим, есть ли у нас. Да, в сумке есть маленькая кучка мусора. Давай мы это все используем. Огромная куча мусора. И маленькая канистра слизи. Так, она, видимо, у нас не одна, да? Канистра. Отлично. Так, сколько у нас монет? 1170. Мне нужно что-нибудь приобрести. Так, вначале нам нужно еще прокачать тут. Так, еще награду. И еще. Так, может быть, на мастерскую улучшить. Давай сделаем мастерскую. Так, здесь опять у нас повышение уровня. Получить все. 25 синих кубков. Ну, это мало. Это мало, ребят. Но, по-моему, если не ошибаюсь, у нас достаточно, чтобы открыть много боксов. А точнее 8 и 2. Поехали. Будем потихонечку сейчас открывать персонажей. Тихо, что-то не туда. Так, погоди-ка секундочку. Это, ну, вообще-то все правильно. Все правильно, нормально. Здесь и надо открывать. Так, здесь нам достается Рафаэль. Погнали дальше. Ну, естественно, на многое тут рассчитывать не стоит. Кожеголовые, это же все будут персонажи двухзвездочные. Соответственно, они будут нам давать очень мало прироста мощи. Там буквально копейки. Ну, вот смотри, Бакстер выпал, да? Кто у нас там следующий? Выпадает Микеланджело. Дальше. Кстати, заметь, что здесь не выпадают элитные, ну, редкие персонажи. Леонардо. Видишь, вот это все, что может выпасть нам на 2 звезды. Наборчик, конечно, скудный на самом деле. То есть прокачивается в основном классика. Ладно, давай. Еще что, кончилось? Нет, не кончилось. Еще 2 кейса мы можем открыть. Выпадает нам Эйприл. И последний кейс вскрываем. Здесь нам выпадает Рокстеди. Все. Друзья, переходим теперь на синие кубки. Здесь уже, как видим, посолиднее выбор. Тут, считай, вся классика задействована. Ну и в основном тут Ренет, Дак этот, Рэй. В общем, здесь намного круче. Поехали. Соответственно, и прибавка в мощах здесь будет намного сильнее. Видишь, Бибоп выпадает нам. 3-звездочный. Так, и давай дальше. Это последний сундук. Выпадает нам Рафаэль. Ну, вроде бы как все. Так, что я хотел посмотреть, ребят? Я хотел глянуть, что мы можем приобрести за золотые панцири. Но я, по-моему, не сюда зашел. Надо заходить вот сюда. Так, смотрим. Вот что я хочу, ребят. Взять Темпестру. Давай-ка мы ее купим. Потому что этого персонажа у меня нету. И я хочу, чтобы она у меня появилась. 3-звездочная плюс 100 фиолетовых кубков. Ну, в принципе, неплохо. Все, этот герой у меня появляется. До этого, естественно, ее у меня не было. Вот она. Открылась. Блин, нифига, это кто такой? Фуджитоид? Откуда такой персонаж взялся? Фуджитоид. Кстати, знаешь, кто меня еще удивил? Вот это, ребят, вы посмотрите, это кто такой? Мутаген Мэн. То есть
Это вот, наверное, есть мутагеноид. Но почему он выглядит так? В наших черепашках он выглядит в костюме, в таком, да, типа как скафандр. Ну, это и понятно, потому что он превратился в слизь. Там тоже у него чисто мозг, глаза и рот. А руки и ноги — это чисто как бы слизь, наполненная в костюме. А здесь вот так вот он выглядит, мутагеноид. Обалдеть. Ну, довольно прикольно, если честно. Кто еще здесь новенький, кого я не видел? По-моему, остальных видел. О, Технодони. Смотрится шикарно. Мне нравится. Ух ты, ничего себе. Палка у него электрошокерная. Зашибись. Блин, вот самурай Лео тоже прикольно смотрится. Вообще ему идет, да? Вот он истинный, как самурай. Меч этот ему очень, кстати, идет. Кейси охотник. С какого, блин, перепуга Кейси вдруг стал охотником? Скажите-ка мне на милость. И, конечно же, Макман. Но только единственное, я не могу понять, с какого перепуга он в мусорном ведре таскает вот этого слизня. Ума не приложу. Так, и вот Дирк Сэвидж. Откуда он взял? Тоже не знаю, ребят. Ну, я больше уверен, что те, кто читал комикс или еще что-нибудь, все эти персонажи им знакомы. Это я от них очень далек. Так, ну что мы с тобой? Блин, прикинь, вот он, трехзвездочный ранг 21.50. Можно получить этого Макмана. Так, что я тут хотел? А, этапы, конечно же, забираем. Ну что, сегодня немножечко повоюем, подеремся. Так, единственное, что я забыл сделать, это сходить на 6-й канал. А мне туда именно нужно. Поэтому давай-ка сбегаем быстренько. Один поединочек сыграем, чтобы получить награды. Так, скорость у меня, по-моему, тут максимальная стоит. Давай-ка мы сделаем с тобой на первую. Хотя, зачем здесь на первую? Здесь можно сыграть побольше. Все равно здесь победа будет за нами. Безоговорочно причем. Тыдыч, Кейси минус. Дементра минус. Ну и этого тоже уничтожили. Все, великолепно. Опа, и сразу выпадаем на бонус. Ну, неплохо, неплохо. Так, все, в принципе, здесь можно закругляться. Дальше нет смысла здесь драться, потому что награду в любом случае мы получаем. Так, давай, не тупи, игра. Так, Крэнк, а что мы тебе можем еще уровень? Опа, шикарно. Итого 174 левел он получает. Мы опять что-то накопили с тобой? Ну да. Мы накопили с тобой зеленые кубки, естественно, открываем. Так, выпадает нам с тобой Кейси. Так, мне бы хотелось бы вот эти вот модули потратить. Я вот не помню, где они делают, ну, где их потратить можно. В меню? В магазине или... Вспомнить бы, где это все меняется у нас. Не помню, если честно. То ли здесь. Сундук со снаряжением. Вот. Да? 2500. Мы тратим. Да-да, именно здесь, ребят. Нифига у нас там с тобой шестеренок тех накопилось. Конечно, надо тратить. Потому что толку от них все равно никакого нету. Они будут там у нас лежать мертвым грузом. А так мы, по крайней мере, хотя бы снарягу получаем. А снаряга нам нужна для прокачек наших персонажей. Именно мощь у них от этого повышается. Так, и последний раз. Все, ребят, ну видишь, тут на 99, на 98 уровень. То есть довольно неплохие показатели. Здесь тоже забираем ресурсы какого-то экономического ивента в этапы. Так, 100 синих кубков. Ну, вроде бы все, да? Разобрались. Почему-то единственное, что мы не можем поставить. Видимо, слишком слабенькие, что ли. Я не могу понять у нас эти ресурсы, которые мы набрали. В общем, идем с тобой в приключения. Как видишь, у нас с тобой трек будет через раз, два, три, четыре. На 5-м поединке. Я думаю, что мы его спокойненько с тобой сможем бомбануть. Так, состав команды у меня прежний. Единственное, что здесь надо скорость сделать первую.
и за всем этим процессом наблюдать. И единственное, что вот уже, ребята, Шреддер наполучал звездюлей. Ты посмотри, сколько. Хилять его никто не собирается. Это опять это Тока, я так понимаю, да? Слушай, ну, по-моему, он один остался последний. Да, мы его бомбанули. Никто у нас не погиб, все отлично. Давай-ка сразу на следующий бой. То есть 4 поединка, и мы с тобой уже встречаемся со Стрегом. Так, здесь Темпеста вон стоит. До сих пор, кстати, не знаю, что она делает, но мне кажется, что она ультразвуком, наверное, бомбит. Сейчас, если за ней понаблюдать, можно глянуть. Да, если она, конечно, успеет что-то сделать. Но она вон собирается что-то сделать, но не успела, потому что Чингис ее, естественно, завалил. Так, Антракс. Ну, тут у него шанса нет, потому что мы его просто окружили, и деваться ему уже некуда. Отлично. Очень хорошо идем. Ну что же, третий поединок. Что мы тут видим? Кожеголовый и Трек. Вот, кстати, Трек, когда присутствует, ребята, сразу поединки у нас усложняются. Почему? Потому что у него есть массовая атака. Стакать всем броню. И вот если он не успеет ее стакнуть, естественно, мы тут побеждаем. Да, по-моему, он тут ничего не делает. Муха, я смотрю, тоже облажалась по полной программе. Минус клан фуд. Кожеголовый там буквально на микронах живет. Сейчас мы его тоже тут бомбанет, видимо, Чингис. Да, Чингис взялся плотненько за кожеголового. Слушай, мы потеряли Кренга. Мы потеряли Кренга. Но, видимо, он взял на себя основную долю урона. Так, и опять у нас бонус. И следующий поединок сразу же. Не будем тут рассусоливать. Так, опять Трек. Вот, кстати, заметь, когда в поединках, в обычных, у нас очень часто появляется один и тот же персонаж, да, то, соответственно, можно сделать вывод, что и Босяра будет именно он. Так оно и получается, в принципе. Обожаю, когда Крэнк начинает вот этот свой лазер из глаз выпускать. Молодец. Чингис своим топором влетел. Так, остается кожеголовый. Точнее, уже один только Трек. Кстати, я смотрю, что-то он не очень тут сильно и кастует свою броню. Все, мы его завалили. Замечательно. Так, двигаемся дальше. Так, вот и босс уже. Дошли мы до него. Сейчас посмотрим, с кем он будет в компании. Темпестра и... Рокстеди. Ну, в принципе, ребята, если еще учитывать, что здесь два кланфутовца, которые разбираются, в принципе, на изи, мы должны победить без проблем. Так, Эйприл берет интервью у Трега, и, соответственно, он оглушен, сделать ничего не может. Вот в этот момент желательно моим персонажам бомбить именно Темпестру. Потому что она, вон, что-то хочет бомбануть. Да, она бомбит молниями. Ох, офигеть, дамаг. Ты посмотри, сколько она урона наносит. Причем массово. Ну, как ты видишь, мы ее уже ушоркали. И остается Трек. Что-то мы ему вообще здесь не оставляем даже шанса на победу. Чингис бьет сзади. Крэнк тут. Все, ему крышка, походу, дела. Да. Да, вот тебе и Трек. Отлично. Интересно, кто будет следующим боссом, а? Давай-ка мы с тобой посмотрим. А, уже не могу, да? Пока не могу, ребят. Надо было нажимать не следующий бой, а просто нажимаешь дальше. И там бы тебе показали бы. Минус клан фуд. Сразу же Шреддер его с удара снес. Также и Крэнк у нас своим лучом пробивает. Да, Темпестра, конечно, получает там звездюлей по полной программе. Она сама по себе ватная. Именно по физухе она не выруливает. То есть не хватает у нее сил выдержать урон. Отлично, молодцы, ребята. Все живы, все целы. Вот давай-ка мы с тобой посмотрим, кто у нас будет здесь боссом. Так, здесь еще наградушки. Воу. Так, за приключения получаем. Неплохо. И еще вот здесь вот. И что у нас тут, прокачка, что ли, какая-то? Есть, есть.
Ну-ка, Эйприл, что там у тебя? Использовать все. 148. Так, а на Чингиза уже, к сожалению, нету, да? Так, сезон 8. Фиг знает, сколько уже игра, ребята, у нас доступна. И всего лишь 8 сезон. Вот это вот я не знаю, что мы с тобой получаем. Для чего это нужно? Так, кто у нас там босс? Ага, Антракс будет. Так, а задание у нас следующее. Короче, смотри, нам нужно с тобой героя до 180 уровня прокачать и лабораторию до 65. Плюс пройти приключение 21.10. То есть 21.10 это будет как раз вот здесь. Мы с тобой опять сможем забрать награды после Босяцкого. Так, я что-то здесь не добрал. Странно, ничего нету. Подожди, ну ведь показывает же. Не знаю, все взято, а тут светится. Так, ладно, получаем с собой здесь награду. Погнали. Быстренько дойдем с тобой до этого антракса. Естественно, быстренько его попробуем шатать. И все будет хорошо. В данный момент вот для меня самые сложные боссы были — это черепашки-ниндзя. Именно вот ихняя четверка. Я с ними парился, я не знаю, сколько времени. Пытался как-то их там это... И пока очень много времени не потратил именно на игру за кадром. Естественно, фарм, прокачку персонажей. Мне еще и крэнк выпал фиолетовый, четырехзвездочный. Вообще шикарно. Только после этого мы с тобой прошли. А до этого я просто мертвым грузом стоял на месте. Так, ну что, давай еще бонус возьмем. Ну что, следующий бой сразу же на автомате. Нечего тут, как говорится, рассматривать. Взял я всех топовых своих бойцов. Именно от Эйприл до Крэнга. Обожаю, когда он так делает. Через весь ряд своим лучом пробивает. И все, кто стоит, все получают урон. Так, Сплинтера, по ходу дела, сейчас ушатает мне, да? Скорее всего. Блин, ты посмотри, как он там сопротивляется, этот Антракс. Вот как может Тока прыгать и наносить урон, если он в состоянии оглушения? Я вот этого не могу понять. Сейчас, по-моему, Рокстеди убьет Сплинтера. Скорее всего, так и получится. Удивительно. Удивительно, что он его не убил, хотя он дрался вместе с... ну, против него. Молодец. Так, и опять у нас с тобой бонусы. Ну что, мутаген плюс металлолом получили. Сколько нам еще поединков нужно сделать, чтобы у нас он был босяцкий? По-моему, это последний. Скорее всего. Так, а кто тут у них враг-то? А, муха. Остальные все кланфутовцы, что ли? Ну да. По идее, это вообще катка должна быть на изи. Сейчас... Ага. Бакстер Стокман получил свое. Ну что, по-моему, сейчас будет босс. Да, ребята, Антракс, собственно, персоны. Самое главное, с кем он будет? Уёк, макарёк. Нифига себе, Антракс плюс Трек, Тока и Рокстеди. Слушай, это серьезная команда, ребят. Я даже не уверен, что мы здесь можем победить. Это очень серьезная команда. Так, это минус кланфутовец. Вовремя. Так, Рокстеди, естественно, тут бегает. Молодец, Эйприл, что взяла интервью именно у Токи. Сейчас его раскатаем. Уже, что ли, уничтожили? А как так быстро Току-то сбили, эй? Он даже ничего не успел, в принципе, сделать. Так, давайте быстренько Трега сейчас вольнем, пока он тут не начал стакать свою броню. Он оглушенный стоит, видишь, в замешательстве. Это очень круто. Да ладно, мы разобрали всех, остается только Трек. Я в шоке. Почему-то мне кажется, что все-таки здесь очень многое решает Крэнк. Очень много решает. Так, надо было нам с собой забрать награды, наверное, а я сразу на следующий поединок рванул. Ну что здесь у нас, я смотрю, Рокстеди, Кожеголовый. Я забыл, как вот этого-то звать. Каменную птицу-то. Ну, насколько ты помнишь, да, у нас в игре, в черепашках-ниндзя, легенды, да,
Есть вот эти два брата, каменные големы. Вот, так вот эти каменные големы, вот они здесь. Один из них трек, а другой вот... Как там, девастатор или... Не помню точно, как его величать. Вот они, эти два брата, которые там мерятся силами друг с другом. Так, минус Рокстеди. Так, уже голову, смотри-ка. О, мы уже спринтера потеряли, оказывается. Да, кожеголовый, конечно, мощный, ребята. Он свою ловушку бросает, этот трэп, капкан, да? И обезвреживает цель. Соответственно, в этот момент еще и бомбит ее. Давай-ка мы посмотрим, что у нас там за босецкий будет. Так, заберем награды, естественно. Так, давай, бесплатно. Что нам тут выпадает? Металлолом в основном. Понял. И здесь тоже забираем награды. Отлично. Так, получи награды. Сверху, да, мне бонусом дали. Отлично. Так, переходим на героя. Прокачка. Слушай, подожди, а у нас можно 180 уровень нам нужен? Может быть, прокачать все-таки, а? Не хватает. Ладно, тогда будем копить. Какой там нужен? Да я могу также, наверное, и этого быстрее прокачать. Так, новый навык, друзья мои. Луч визора. Слушай, ну он уже был у нас. Может быть, мы просто его как бы прокачали дополнительно. Скорее всего, так. И опять же у нас зеленые кубки есть. Давай-ка мы откроем с тобой персонажа. Это Бакстер-муха. Ну что, все, давай посмотрим, что у нас дальше. Вот. Вот он, этот персонаж. Сейчас я посмотрю, как его увеличать. А то висит в голове. Гранитор, ну конечно же, Гранитор, друзья мои. Трек и Гранитор, вот они, два брата. Вот и вот. Я не знаю, почему я их называю братьями. Может, они нифига не братья, а просто друзья или... Фиг знает, кто они там друг другу. Ну, знает точно, что они оба каменные големы. Погнали. Так, почему у меня спринтер стоит спереди? Он всегда получает звездюлей. Причем на одной линии у меня стоит и спринтер, и Эйприл. Это ненормально, так не должно быть. О, гранитор вообще быстро расклепали здесь. Сейчас и Рокстеди получит свое, между прочим. Да, Шреддер взялся за него плотненько, я смотрю. Чингис тут пробегает. Да все, ему крышка. На, со спины, правильно, Шреддер. Давай дальше. А босс у нас Гранитор будет, да? Ну, я тебе скажу, что Гранитор, он слабее, чем Трек. С этой, со своей базуки только бомбит и все. Ну ты сам видишь. Сейчас вон Шреддер взялся за кого? За Антракса. Мы его еще и в стан загнали. А только сейчас 100% будет свои прыжки делать. Так, там еще и муха, кстати. Воу, воу. Тихо, подожди, подожди. Тут что-то мне не нравится наше положение дел. Сейчас спринтера, да, уже уничтожили. Так, мы убрали муху с поля боя. Так, и у них остается кто? Антракс уже не жилец. В принципе, Гранитор тоже. И остается только Тока, которого мы запинали. Да, Сплинтер, конечно, получил звездюлей. Слушай, давай-ка мы немножко с тобой переделаем нашу команду. В плане именно расстановки. Мне не нравится, что у нас вот тут получается. Давай сделаем вот так. Вот так. Потому что Сплинтер постоянно выходит почему-то в бой и всегда начинает... Видишь, вот нафига вот он бежит вперед? Я не понимаю вот этого. Выбегает зачем-то на середину и начинает выделываться. Стоял бы сзади бы. Он же у нас все равно получается как саппорт больше, чем... Чем боевик, да? Чем боец, так скажем. Воу-воу-воу-воу. Темпестер начинает свои лучи вот эти вот бомбить. Ну да, она у нас дальник, получается... Всегда стоит вдали и, соответственно, бомбит по всем. Но мы ее наказали.
Так, я хочу... Вот, мы уже добрались до гарнитура так быстро. Так, ну что он там, с Токой вместе, да? Я так понимаю, с Бакстером Стокманом и, соответственно, с Темпестрой. Почему-то мне кажется, что сейчас быстренько тут расфигачим. Клан Футвис получает звездюлей. От Сплинтера, Сплинтер ему по спине посохом бомбит. Опа, опа, опа. Темпестра начинает там сейчас свои эти лучи. Пошла заряжать. Сейчас начнет молниями бомбить. Ух, ё-моё. Смотри-ка, Крэнк у меня погиб, ребята. Если Крэнк погиб, это... Блин, мы не можем гарнитура пробить, прикинь. Сейчас, по-моему, блин, застанили. Еще только что ли там живой? Нет, все, мы его убили. Вон, вон, видишь, свои гранаты. Своего гранатомета начинает бомбить. Куда он там, вейпер, по-моему, да, шмальнул. Кто? Чего у меня осталось? Вы серьезно, блин? Сплинтер, ну... Ты же, блин, нифига у нас не боец. Да. Одна Эйприл осталась. Да куда тебе, господи, не, не получится. Сейчас этот начнет бомбить. Ее застанили. То, что она интервью берет, это все фигня, ребята. Стан. Нет. Ничего себе. Повторить бой, конечно же. Почему мы так с тобой фиговенько сыграли? Я не понял, а? Так, подожди, давай-ка мы сделаем, наверное, вот так вот. Просто хочу посмотреть. Кстати, от того, что ты перестановку делаешь своих, например, бойцов, это очень много может повлиять на дальнейший исход. Например, вот если сейчас Шреддер возьмется хорошо за Темпестру и уничтожит ее все-таки, не начнет переключаться другого, то, в принципе, уже победа будет за нами. Смотри, 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 очень даже хорошо идет. Так, минус клан Футвиц, минус Темпестра. То есть остается в данный момент только лишь Токка, ну и гранитор. А всего лишь поменял, ребята, одного, ну двух персонажей максимум местами. Все, вот тебе и весь расклад. Давай, 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 гранитора бомбим. Лучом, станем его. Чингис бомбит. В общем, запинали мы его со всех сторон. Вот так вот. Такие вот дела, друзья. Ну что, двигаемся дальше, смотрим, кто у нас тут. Гранитур, опять же, Тока и Темпестра плюс два кланфуровца. Ерунда. Так, надо будет посмотреть, кто у нас будет следующим боссом. Тока, оглушенный, получил по спине. Вот всегда надо заниматься вот этой вот. Всегда дальников нужно по возможности уничтожать первыми. Так, у нас Эйприл погибла здесь, да? К сожалению. Ну все, 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 Темпестра, успокойся. Не успела она ничего сделать. Бонус. Ну что, забрали и погнали. Смотрим. Ну что, кожеголовый, Рокстеди, Трек. Ну а дальше два кланфутовца. В принципе, это ерунда. Ну, кстати, заметь, что в последние вот эти вот поединки, уже, не знаю, поединков 20, выпадают у нас только кланфутовцы. Раньше были хотя бы панки, бандиты какие-то, да? Сейчас ничего подобного, ну, видимо, такой у нас идет сезон. Кстати, надо посмотреть, когда мы переходим с собой на следующую главу. Окей, ну здесь победа, я даже не сомневался. Дай-ка я просто гляну, что же у нас там за босс будет. Да ладно. Бакстер Муха. Окей. Сейчас мы эту мушку быстренько с тобой прижучим. Так, 152, отлично. Так, здесь заберем. То есть, получается, нам нужно еще пройти сколько там? Три уровня, да? Раз, два, три. И мы переходим с тобой на приключение уже... Какой там получается? 22-е, да? Приключение 21-18. Хотя нет, ребята, 21-20. А дальше я не могу промотать. 21-20, потом 21-22 идет.
А дальше промотать нельзя. Может быть, даже кончается на этом глава. Фиг его знает. Можно посмотреть, в принципе. Или же дойдем до мухи и на этом будем заканчивать сегодняшнюю серию. Темпестра сейчас получит по полной программе. Ого! Бомбануло Сплинтера сразу, ребята, размозжило своими лучами этими. Да, попал наш крысеныш в немилость, так сказать. Так, после этого боя, по идее, должен быть уже Бакстер Муха. Так, давай-ка мы... Опа! Обожаю, когда Крэнк лучом бомбит. Очень высокий у него дамаг. Причем он как и ближник идет, так и дальний. Вот в этом у него офигенный плюс. Че, трек уже готов. И остается Антракс, которого, естественно, мы сейчас тоже запинаем, потому что он остается один, а нас целая бригада. Круто. Крэнк там лапки свои потирает опять. Как всегда. А вот Бакстер Муха. С кем он там? Эй, серьезно, что ли? С тремя кланфутовцами и с этим, с гранитуром. Не, ну я, конечно, не спорю, что он может там делать путы. А что он еще может делать? Он может делать отхил. Он может делать ядовитое облако. Но что-то мне подсказывает, это ему все не поможет. Так, кланфутовцев всех разобрали. В стан загнали мух. Вот смотри, он же в стане, но почему он стреляет? Непонятно. Так, не Шреддера не трогайте, пожалуйста. Ай-яй-яй. Это все гранитур этот, блин. Из-под тишка там сзади свои. Ого. Но мы справились. Мы успели. Ну-ка посмотрим, что у нас там получается. Мы прошли с тобой? Прошли. Забираем здесь награды. Здесь можно, в принципе, заняться прокачкой. 155 уровень, да? Так, и на Шреддера даже что-то найдется. Погоди-ка, какой урок, кстати, мне Шреддер нужен? Ну да. Я не знаю, что это такое, ребят. Так, подожди. Используйте все, да, 141. Так, ну тут долгое, наверное, будет приключение. Смотри, опять у нас там идет гранитур. Через 5 поединков. Здесь можно прокачать додзе. Но нам нужно прокачать лабораторию. Я так понимаю, вот лаборатория. Именно ее нужно до 65 уровня прокачать. И тогда мы с тобой заберем награды. Ну что, друзья мои, давайте мы на этом сегодня закончим серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!